Уважаемые подписчики, ну еще одно доброе дело мы сделаем. Вот телевизор, значит, сейчас мы отвезем его Сашке Синему. Посмотрел по такси, 111 рублей стоит такси. Вот, минимальная цена. Отвезем, значит, ему телек. Спасибо нашему Алексею Михайловичу. Выделил телевизор для нашего Сашки Синего. Вот, ребятки, приехало такси. Везем Сашке Синему нашему телевизор. Теперь будет смотреть кино, вино и домино. Ребятки, ну вот очередное наше доброе дело. Вот отправил подарок своей маме телевизор на месте. Духовице. Когда он увидел, как посылка перемещается по стране, понял, праздник будет испорчен. Посылка поехала в Серпухов, была сколько-то дней там, поехала в Питер, зачем? Прижаты до предела. Ну, короче, разберетесь. Спасибо большое, Сань, что привез его. Телевизор доехал. Все, дома. Все ништяк. Благодарю. Да. Всем, кто в этом участвовал, там, такси и все остальное. Новой части фильма. Спасибо всем, ребята. Да, подпишитесь на канал, пожалуйста. Подписываемся на канал. И ставим лайкосики. Ставим лайк. Что ж так плохо? Плохо, да. Вот, ребята, наши еще ребятки, друзья, девчонки, Ксюшка наша, красотулечка, вот тебе, потенький тетю. Ребят, с вашего позволения, короче, на карте у меня там 1300. Я вот, короче, у Ксюшки тут проблемы жизненные, естественно. И, короче, это, я денежку ей дам с нашего Ютуба, который вы переводили, рублишечка. Спасибо. Да. Я редко к ним захожу, но чтобы помочь тоже ребятам. Значит, я ответный подарок. Что это такое? От Волка. От Волка. 1000 рублей. Лента. Карта. Карта подарочная. А что? А, лента. Это можно заходить, да, в ленту? Да, скидочная карта. Я понял. Ну, соберешь тогда это, шмотки я постираю. Да, я завтра схожу. Угу. Все, ребятки, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Ставьте лайкосики, комментарии. Всем большое спасибо снова. Мы еще вернемся. 2 часа ночи вот сидят полуношники. Не спится ночь глухую. Ну, трезвые более-менее, слава богу. Все, ребята. Так, друзья, подписчики, вот вы просили, да, снять 10-й маршрут автобуса. Вот он, 10-й маршрут. Следующая остановка — Бутырская улица у нас. Вот тут едут вот граждане. Вот мы ездим. Да, вот ночь, без 5:30 ночи. И я с минералкой. Да, он с минералкой. Без 5:30 ночи. Трезвенненько. Да, едем. Катаемся на 10-м маршруте. Красота! По Садовому кольцу я лечу. Ляпота. Сделаем паспорта, все будет ништяк. И всем доброе утро. Видео наше продолжается. Сегодня видео будет большое. Так, 27 раз у меня уже звонки от Черного. Где-то он должен ждать меня здесь. Несу ему вот футболку, обещал. Сейчас купим ему ножку. А, вот он. Ножку и пиво. Футболочка вам, сэр. Здравствуйте. Так, сигарчушки, пиво. Сейчас мы купим. А кто там есть? Там Аслан, Люба. А, Люба опять здесь? Ну, туда нахуй, туда не пойдем. Так. Костику обещали мы ножку. Дома я не нашел.
Сейчас купим здесь. А есть кто живой? Девушка, доброе утро. Отдайте нам, пожалуйста, ножку. Таблетки, ампулы. Таблетки. А то мы есть хотим. В наличии есть 64, есть по 100 таблеток. 215 рублей и 230 рублей. Давайте 215. Пятнадцать, да? Да, 215. Ага. У нас наша карта имеется? Что? Наша карта. Не, не нужно, не нужно нам ничего. 215 без сдачи. Да. Все, забирай таблетки. Идем в Бристоль. Да. А пирожок ты забрал? Да. Это мне будет. Ну вот, ребят, белорус нашелся, видели, да? Все. Как бы задал я ему вопросы, затроил, как херовый запорожец. Ну, комментарий, я думаю, излишний. Драка там в одни ворота происходило бы, поэтому драться мы не будем. Вот еще одну компанию вижу. А что это далеко не уходить? Здрасте, доброе утро. Дай поздороваться. Я 83-й день, если что, адреналин пил. Знал? Узнал. А что ты меня тянешь? Здоровый, что ли? Че, как губа? Сегодня понедельник. Я в курсе. Что у нас понедельник? Я знаю. Так, тебе надо станок. Ты хочешь, чтобы побриться? Да, станок и в туалет бриться. Сейчас я куплю станок, черного я видел. Сейчас он похмелится. Думаю, а ты на шестом? Нет, я на шестом не был, мы встретились, а где шаурма. На престоле? Да. А? Меня просто разбудили, я очухивался. Вот. Не на шестом, а ну, первый там. Ну, я понял. Ну вы чего? Вы же переоделась, у тебя шматья, блин, как у Маньки будет баулов. Я не снимаю. Потеплело. Привет, молодой. Сразу похудела, да? Молодой, многие годы. Где? Вот про что мы с тобой разговаривали. А, сегодня Женька должен приехать. Женька позже. Да. Сначала это. Он мне обещал кружку для подписчика, для моего. Ну, кружка с логотипом его канала. С вашими там фотографиями. Курить есть. Так, сейчас я тогда схожу, куплю станок тебе. Ну, я сюда скажу. Есть только станок? С гитарой сам. Да. Конечно, нет. Нет, твой один локоть только видно. Так, ну все, работаем дальше. Видосик сегодня будет офигенный. Все, станочек есть. Пошел ты, да? Ты на вокзал? Да, куда? Давай, давай. Побрейся, чтобы фотография была более-менее приличная. Так, Валерий у нас побрился. Держи, закури. Так, я сейчас это... мотанусь здесь по району, в плане, мне надо Машку найти. Машка здесь была. Шмотки ей передать. Вот, потом, значит... А вот здесь долго было.
Потом, значит, я съезжу на Новослободку, заберу Ксюху. Мы сегодня делаем 3 паспорта. Ксю? Да, Ксюхе, она тебе... Она сейчас? Не, она с черным. Ой, с этим... С волком. Не понял. С волком, да. Его посадили, да. Да, Славку посадил. Вот, короче. Волчар тоже приедешь? Да. Мы пойдем, госпошлину оплатим. Госпошлину оплатим, сфотографируемся. И... Понятно, я сегодня. Не, ну я сниму, конечно, себя. Комбинезон, понятно. У меня все нормально. Нет. Да все нормально, сейчас разберемся. Друзья, вот сейчас Спартак из Якутии. Братское сердце. Огромное тебе спасибо. Перевели рубль. 1000 рублей. Но она адресована. Адресована черному. Вот я сейчас подхожу, я просто не буду показывать при всех. Отведу его в сторонку, он как бы сам разберется, как распорядиться своими деньгами. А, вот как раз я и Маньку искал. Ну тут никого нет такого подозрительного, поэтому я. Иди прям сотрудника получишь. Вот, отдал, Санька подошел. Спартак? Спартак, спасибо, братан. Махтал ты. Валейкум ассалам. Маш, я тебя ищу. Постой, пожалуйста, здесь минут 10, а? Я вчера заебал ждать, а потом отметил. Ну не смог я вчера. Я с этой дурой убежала я. Ну не шмогла я, не шмогла, бля. Сейчас я тебе принесу эту сумку, побудь здесь, пожалуйста. Ладно. А то скажут, что я не передал тебе шмотки. Хорошо. Уважаемые подписчики, ну, взбодрился я немного. Все более-менее получается по графику. Вот. Черный на Фоксе. Похмелился. Значит, сейчас иду домой, передам вещи, значит, от Ольги с Алексеевской из Москвы, метро Алексеевская, и от Ёжика. Все мы их знаем, наши подписчики. Огромное вам спасибо за вещи. Сейчас я ей сумку эту передам. Более-менее все получается. Губа, значит, побрился, более-менее в порядок себя привел. Черный нормальный. Черного сейчас надо подстричь. Заодно зайду сам постригусь. Съезжу на Новослободку за Ксюхой. И сегодня... А, предварительно надо сбегать, предупредить этих работников МФЦ, что сегодня у нас групповое посещение ихнего заведения. Вот. Ну и пойдем по адресам нужным. Сбербанк, госпошлины и так далее. Так, дальнейшее мое движение. Обед у меня. Алексей Михайлович Бычков у нас не пьет уже 6-й день. Сварил вот офигенный суп. Кстати, мясо нам давал. Какие-то там вот эти продукты мясные. Серега Крымский. Серега, огромное тебе спасибо. Вот ежик сумка. Сейчас я Машку там встретил. Сейчас покушаю и побегу дальше. Отнесу ей сумку. Сейчас еще надо параллельно вставить там описание в Братское сердце канал. Братское сердце канал у нас работает. Тоже не забывайте подписываться, ребят. Пожалуйста, давайте поможем Саньку Синему нашему с подписчиками. Вот, пока у него там слабенько получается, но ничего, мы научим, подучим его, чтобы он грамотно вел диалоги. Все, смотрим видосик дальше. О, блин, Мани уже нету. А где Маша? Манька где? А, придет? Ага. Куда-то ушла. Так, ну вот она, наша Манюнька пришла. Машунька, Манюнька.
О, и Любка здесь. Мань, вот этот пакет. Как раз у тебя сумка. Как вот. Сюда надо? Да, там есть куртка коричневая внизу, вот она. Вот. Там немножко этот карманчик, вот перчаточки тебе, да, на ветер. Ну, я беспечатку. Да. Там всякие кофточки, маечки, разберешься, а короче. Да, трусишки тебе там есть, лифчик. Это главное. К лету там этот целый, как он называет. Как он называет? Купальник, о. Там целый купальник даже для тебя. Да, да. Ёжик передал тебе. Ёжик и Ольга передали тебе. Спасибо им вещи. Большой привет. Так, ревизия пошла. Ребята, не часто вы это увидите, что у Маньки в сумках. Идите в баню. Перепись. Сейчас. Начинает перегонку эту. Да. А ты уйди. Запоминал. Так, а мы сейчас пойдем подстригем черного. Подстригем, сфотографируем. На пачпорт. Губа у нас готов. Вот. И еще заодно сейчас съезжу. Че там, Маню? Все там. Платочки, маечки, кофточки какие-то. Разберешься, короче. Да. А, вот он. Купальник, да. Да, купальник. Все. К лету готовы. Так, футболку переодел, да? Что, пойдем постригаться? Или еще надо вылындить? Как не сегодня? Ты охуел? А, знаешь, тогда сейчас у тебя время будет. Значит, я сейчас схожу в МФЦ, предупрежу их, что мы придем втроем сразу. Да. За 11. Да, за 11 марта. Да. Документы сдать сейчас можно, да, или позже. Хорошо. Еще за Бульбаша мне надо узнать, за Сашку. Хорошо, тогда я сейчас сначала туда схожу. Костя хочет что-то сказать. Никутан, привет. Казик Гопа, тебе привет огромный. Спартак, тебе тоже. От души, пацаны. Вас уважаю. Уважаемые зрители, подписчики моего канала, значит, зашел я в МФЦ предварительно предупредить сотрудников о коллективном визите. Значит, по черному сказали, лучше приходить после дня рождения. 11 марта ему 45 лет исполняется, поэтому я говорю, может быть, сдать документы, а пока сделают паспорт, будет 45 лет. Нет. Значит, тогда мы сейчас берем Ксюшу и рабка нашего, Валеру. Все, взял талончики на госпошлину. Сейчас их беру, заходим в банк, оплачиваем. Валеру фотографируем. И все. Готовим паспорта. Через месяц будут паспорта. Все элементарно. Значит, сколько лет они здесь бомжуют? Вот вопрос. Сколько лет они здесь бомжуют? Сколько с ними мучаются полиция, всякие там соцслужбы, люди проходящие и так далее. И со мной в том числе, кстати. Я не говорю, что я там сильно сейчас отличаюсь от них. Просто задался задачей себе, выбрал цель и двигаюсь к ней плотничком. Все. Ищем рабка сейчас. Он побрился, так я это уже говорил. Фотографируем его. Еду за Ксюшей. Сейчас отзвонюсь к космосу, этому черному. А, кстати, вот. Недаром оговорился. Подписчица наша Елена. Попросил я ее. Сам не успеваю позвонить. По больницам. Значит, космоса пока не можем дозвониться. Вот, а по Соколову интересная история. Дозвонились,
но врач говорит, что данный гражданин отсутствует в больнице вообще. То есть я не пойму, его выписали, и спрашиваете у родственников, типа, вот, я не пойму, его выписали или что. Сегодня звонил его дядя, в 6 часов вечера он приедет за паспортом, за его. Так что вот непонятная ситуация. Я там хотел, думаю, если он оклемался, пришел в себя, лежит уже в терапевтической палате, можно было там съездить, что-то купить из продуктов, из фруктов, из лекарств и так далее. Но пока не можем дозвониться. Все, сейчас ищу Рабка. Следующая точка наша сегодняшняя — метро Новослободская. Сейчас мы найдем Волкова Александра и Ксению Николаевну. Скинем данные в МФЦ. Сейчас по WhatsApp, пока мы доедем, заплатим госпошлины. Там уже будут готовить нам документы. Очень тепло и радушно принимают нас в МФЦ. Дай Бог здоровья этим людям. То, что вошли в положение, у них есть лимит паспортов таких, не по району. А все же, как вы понимаете, не москвичи. У нас только амба с Московской области. Так, и вот я их не вижу. Это, конечно, засада. Но я знаю, где они живут. Можно пройти туда. Снимать не буду, по понятным причинам. Уже наснимали с летом базу, когда там после этого были различного вида кипиши. Сейчас вот по злачным местам пройдемся, где они могут быть. Может быть, купили бутылочку, стоят где-нибудь, похмеляются. Здесь вот такой дворик, пьяный дворик называется. Очень много ночных клубов, развлекательных заведений различных. Тут тоже иногда собирается контингент. Вот кто-то сидит, кстати. Наш, не наш. Наш. Так, встретил я вот Волкова. А, меня там говорит Поля. Я Оксану Николаевну встретил. Сейчас мы поправим здоровье и поедем в МФЦ. Черному отказали, да, один. Ну, не отказали, а сказали лучше 11. У него 11, 45 лет, марта. А. А мне, да, уже 40 есть. Да. Так что... Так что пойдешь ты и Губа. Губу я побрил. Ну, в смысле, станок ему купил, он побрился. 18. А тебе спасибо сколько? Спасибо за комплимент. А тебе 16? Нет. Достали, хватает. Я уже все, нахуй. Вот приколи людям. Сколько тебе лет? С какого года? 1980-го. Да ну нахуй. Вот прикинь, люди, вот если будете бухать, да, 60 дашь, а он мой ровесник. А месяц какой? 8-й. Ай, салага, у меня 3-й. 8 августа. У меня 17 марта, через 17 дней. Мартовский кот. Мяу, девчонки. После него у меня днюха 4 апреля. Баран, блядь. Баран, блядь. Так, ну продолжаем заседание. Так, Ксения Николаевна у нас есть захотела. Ваши чебуреки.
доставку заказывали, не? Благодарствуем. Так, 14:30. Только сейчас едем. Сбербанк. А, вместе поедем, да? Да. Ну все. Сейчас я тоже. Тоже. Энерджайзер долбану. Пошли в тень. Да, не давай никому, пусть сами найдут себе пожрать. Да, ВКонтакте. Я не жопа ВКонтакте, это что? Я хочу жрать. Да шли, ёпки. Кто тебе не дает? Приятного аппетита. Спасибо. Ой, ой. Мур. Когда мур? Не, я забыл вот так сделать еще. Фу. Противный. О, Русланчик. О! Кстати. Так. Блогеры у нас здесь. Здравствуйте, мужчина. Здорово, Сань. Как ваше ничего? Да ничего более-менее. А что там снимаешь? Кого ты там? Кого ты там снимаешь? Да я никого, я просто А губ, где губа, не знаешь? Начал. Вот только что ушел в магазин. А, в магазин пошел? Пойдем, я тебя сниму, игрушку заодно заберешь. Давай. Сейчас. Подставочку потом, да? Ага. Он за кружкой приедет в воскресенье. Ну ты сам там, я тебе да. не даю, а ты там ее сам куда хочешь. А там на шестом был? Хорошо. Все. Хор народных поберушек из деревни дай пожрать. Струн нету, там что-то кто-то гремит. Кого там закрыли, блин? Че? Здоровье подлечил? Здорово. Да ладно. Ну-ка, еще раз, еще раз. Че, реально? Та-ра-да-дам. Еще раз. Далеко не убегай, сейчас пойдем. Давай, погрейся. Да. Какая она расстроена, тут палец лазит, ёб твою мать. Гитарист херов. Карандаш вставлять там. Ну, я про то же. Куда Женя? Евгений Ли. Куда делся? Не? Промах. Полнейший. Я уже тут, а? Сейчас пойдем. Сейчас Женя придет. Сейчас шлепок майонезный исполнит песню. Как упоительны в России вечера. Любовь шампанская, закаты, переулки. Что не подыгрываешь? А ту какую? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. На-на-на-на-на-на. Хит сезона. Уже весь интернет ее поет. На-на-на-на-на-на. А я не помню, что за песня была. Так, ребята, вот кружка, которую я обещал Эдуарду Немоте, нашему подписчику. Она упакована, не буду я распаковывать. Он сам приедет в воскресенье. И, значит... Легкий сон, лафре-лафра. Да хватит, ну тяжелые ветки. Так, друзья, мы в Сбербанке оплачиваем госпошлину.
биометрия, валюта, другие продукты. Так. Подскажите, госпошлину оплатить, что нужно? Какой билетик? Скорее всего, платежи. Нет. Платежи наличные. Один. Еще один. Платежи наличные. Двое семьи. Ну, Ксюха, где она? Пошли. Добрый день. Нам нужно оплатить госпошлину за паспорт. Наличными, да. 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 Серия номер нету. По утере паспорта делаем. Нету. А чтобы второй этот талончик не сдать, две сразу, можно было оплатить? Два человека у меня. Да. Куда он делся? А. Полторы там, по-моему, да? Да. Если паспорта нету, то можно номер снился, водительское, ДНР. Ну, мы в прошлый раз платили, нет у него документов никаких, мы восстанавливаем документы. Нет, что это из этого? Фамилия, имя, отчество, город проживания, дата рождения. Я четвертый раз уже прихожу по этому поводу. Я помогаю бездомным людям восстанавливать документы. Нет у них документов никаких. Это просто пришел, фамилия, имя, отчество и все. Данные можем сказать. Город Икша. Ничего не прописывали. Без данных. Госпошлина по утере паспорта. Ну какие цифры? Какие он может дать цифры, если у него нет ни моих документов, приложения, ни Сбербанк онлайн, ничего у него нету? Я могу указать любые цифры, какие вы скажете, но только единственное, насколько это корректно пройдет. Потому любые цифры, я могу номер своего паспорта сказать. Я могу, это пройдет корректно? Я не знаю, как, у меня паспорт натуральный. Да. Девушка, а вы можете проконсультироваться у более человека, который, может быть, подскажет по этому поводу вам? Потому что я делаю это не первый раз, как бы не возникало подобной проблемы никакой. Так, оплатили мы госпошлину 3000 рублей. Сейчас идем сфоткаться. Там есть эта будка в МФЦ, но она такая неудобная. Там очень много функций надо нажать. Ветер, извините, ветер, микрофон. Еще не решил я эту проблему. Там есть, но там эта будка, там столько операций надо нажать.
легче сюда зайти. Да там все глубже. Так, сфоткать нашего, нашу губёжку надо. Губёжку. Валерку губёжку. Нам сюда. Да. Заходи, Валерон. Здравствуйте. Будьте добры, на паспорт человека сфотографируйте. Да не тебя, а куда? Заходи, Валер. Ставь свои. А куда садись время? Присаживайся. Куда? Положи вещи на стул. И проходи на белый фон. Шапку сними. Причешись. Садись сюда. Шапку положи сюда. Что ты в руках будешь держать? Нормально там все. Красавчик. Побритый главное. Вот сюда положи шапку. Что ты держать будешь? Все, вот у нас эконом вариант. Мы восстанавливаем документы, да, людям, попавшим в беду. Тяжелую жизнь. Да, так скажем. Как происходят дела на личном фронте? Все отлично. Сейчас рабок у нас. Все нормально, все в порядке. Я беру тебя с собой. Не мешай. Не мешай, человек. Так. Маленький секрет, как бороться с освещенностью в камере, в кадре. Это как солнечные очки для фотоаппарата. Крутишь ее, uh-huh. и она затемняется. Ты машину поставил. Будущую супругу покатать, подожду в Москве. Так, фоточки готовы, ребятки готовы. Госпошлины оплачены. Чешем в МФЦ, заполняем документы. Элементарно, люди, элементарно. Никто им, блин, сколько мы бродяжничали здесь по 10-15 лет и больше. Никто не мог, блин, сделать эти гребаные документы. Нет, не надо пиликать. Я делала, но только у меня... Ну, делала, ну да. У меня тоже уже 8-й паспорт. Вот этот самый долгий, уже 4-й год держится. Что-то бомж здесь орёт. Что ты орёшь, дебил? Иди, избили. Ты уже обожрался, блядь, портвейном. Что ты орёшь, тут народ пугаешь, блядь. Тебе плохо? Иди нахуй! О! Да! За кто же не пугаешь? Долбоёб, блядь. Сань, ну вот это, про 15 число говорили про работу. Разговаривать, иметь в виду, да, вас? Про зеленечку. 4 человека нужно, вот, самых здравых выберу. На кафе. Да. Положение мне жрать будет хотеть. Потому что нужно не только кушать, еще и жрать. Надо вылазить нахуй из этих перлов. Хорош. Как они меня раздражают, эти герои, в катакомбе. Мама не говорит. А хохлом расчет не берешь? Нет, с хохлом как-нибудь это, по-другому поступим. Он сам пока не знает, что он хочет. Да он ничего не хочет. Он только хочет лодки. Он халяву хочет и все. Разберемся. Мы вот идем сейчас, чтобы оформить паспорт, потом подать заявление в ЗАГС. Да, будем свадьбу играть. Свадьбу в маленьком узком кругу. Культурненькую. Ну да, потому что финансов не хватает. Но если скинете, мы будем очень благодарны. Вот паспорт у тебя есть?
теперь, теперь заработайте. Все, пойдемте на второй этаж. Пойдем, сантехник. Так, короче говоря, вы идите туда, а мы пока постоим. Куда? Не всей толпой. Да он одновременно документы даст и заполнять будет. Я куда буду? Напишу как-нибудь. Да. Так, ну сейчас берем документы, заполняем. Почему нет? Не говорю вообще. Ну тебе нужны документы, да? Тебе никто не заставляет. Да, нет, Кавказ сырой. Да, номер. Я знаю, что ты там где-то был, работал. В Гушинке на Азаране. Я вон до Люблино доеду. К своему знакомому подойду. Ну, у него свои, ну, свои два автобуса. Он едет постоянно в Москву. А чтобы довезли, что? Да тут билет стоит 1000 рублей. А зачем мне билет? Если это его автобус. Ну, я образно говорю. Ну, не 1000, там побольше чуть-чуть. Посетитель с талоном номер М-61. А ты говорил, да, что не нравится тебе затея по поводу документов? Кто это говорил такое? Кто говорил, я не буду говорить. Ну не ты, да? А ты смотри, как бы тут никто не принуждает, как бы документы. Да. Я делаю помощь, чтобы, да, знаю, чтобы тебе помочь. Саня, а что пустоты? Здесь я хожу. Да. Люди собрались с деньгами заплатить госпошлину. Я даже не удивлюсь, что ты говорил, Валера, циклоп. Нет, вы снимали кофе. Циклоп? А что, не циклоп, а глаз жжет. Космос же. Всю жизнь это он представляется космосом. Всю жизнь он был. На самом деле циклоп. Да. Я когда пришел в салон, когда первый раз тоже циклопом вызывали. Так у меня вылетело со рта, и все так приклеилось к нему. А где Вика? Молодец. Это вот маленькая смачка. Она, скорее всего, что на филе. На филях она то сумма. Давно или не вообще? Так а не появится, потому что здесь Ксюша. А у вас конфликт с ней? Да. Она мне взяла телефон, попользовалась, и так и не вернула. Да ладно. Да ладно, прохладно. Вот это мелкое. Нет? Я что ли? Приехала за вещами, говорит, а где моя сумка? Я говорю, а где мой телефон? Она его на вот крышечку променяла. Посетите талоном номер К10. Подойдите к рабочему месту 29. Посетитель с талоном номер М-61. Подойдите к рабочему месту. 10. А у меня потеряли видно. Мне сначала пришлось ехать в Москву на теплый стан. Так я заплатила сейчас 2,5. Намучилась их собирать. Я в тестишке сначала. О чем Саня думает? Вот 69. Пойдем, Паш. Ой, Валя. Подойдите к рабочему месту. Ребята, вот кто пишет Евгению Ли, вот по поводу, значит, передачи продуктов, вещей и каких-то еще цен, средств к существованию людей на улице. Помощь какая? Помощь, да. Обращайтесь, пожалуйста, на каналы партнеры ТВ Маэстро, Радио Башка. Вот, мы сообщение сам. Да. Обратитесь к этим партнерам канала. С этим партнером канала. Да, с этим. Хотел продукт передать, ничего, я буду. Да, обращайтесь к нам, да, мы передадим, поможем ребятам. Так, все, друзья, рабок Валера Амба сдал документы. Вот Ксюшу подготовили.
заполнили госпошлину. Отдаем сейчас, поинтересуемся, когда будут готовы номера. Вот наш. И заключительный штрих в нашей работе сегодняшней, ребята. Это подстрижка космоса. Ой, черненького. До и после. До и после. Вот такой лохматушечный у нас Костяшкин. Сейчас посмотрим, как его подстригут. Фига себе, это как этот китайский президент. Ё-моё. Костя. Ничего себе. Лыба давит сидит. Ну и я заодно оболванился сегодня. Пользуясь случаем, Мария Владимировна Лес, только что мы увидели донатик на сигареты ребятам, обязательно передам. Ну все, красавчик. Все, плюс одно доброе дело. Кепка большая. Че-че? Кепка большая будет. А, ну да, у меня тоже шапка велика стала после стрижки. Ну вот так, братцы, миссия сегодня выполнена полностью. Смотрите ролик, ставите лайки, пишите комментарии, подпишитесь на канал, пожалуйста. И на мой параллельный канал «Братское сердце» тоже не забывайте подписываться. Значит, еще у нас маленькая сегодня задача. Приезжает родственник, дядя, что ли, Алексея Соколова, который в больнице лежит у нас. Он хочет забрать паспорт его. Ну, родственник пусть забирает, конечно. Их право. Вот, в 6 часов мы встречаемся. И как бы на сегодня все. Задача выполнена. Всем огромное спасибо, кто переводил денежки, ребята. Очень помогли. Вот такой я сделал ход конем. Собрал деньги. Ну вот Косте единственное не получилось. Черному сдать документы на паспорт. Но 11 числа мы сходим с ним обязательно. Сделаем ему документы.